Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики каналов Experience Games. Всем привет. И Дрожа. Мы продолжаем играть в Divinity Original Sin. И в прошлой серии мы разгадывали загадку, вообще головоломку и головоломок. В этой серии у нас будет экшон и сражение, насколько вот хочет Скиф, я думаю, исполним да, его желание. Мы в колодце утопимся просто и все. Да, да. Вот, да. Ну для начала, я Скифу передал пирамидку, которую в прошлой серии я активировал. В этой серии Скифу отдал, потому что мы перезагружались. Теперь буду баловаться с ней я, по всей видимости. Ну и попутно мы квест начнем или выполним, или что-то такое. Ну да. Так что, включаю ее? Да, ты ее кинь на пол, наверное, или так можно там включить? Там использовать есть. А, да, ну давай. Ну-ка. Ну так ты без меня полетел. Ну ладно. А как тебя выбить в полет? Не знаю, ладно. Так, ты тоже этот ужас видел? Я видел, да, там. В прошлой серии, кто не знает, можно это все. Смотри, кстати, вот здесь наш товарищ сейчас находится, Скиф. Так. Я теперь тоже играю в камень-ножницы, чтобы запугать. А, ты нашел меня уже? Да, я ж помню, где это было. Ой, она побеждает? Ну да, у нее 8. Запугивание. Тут это все еще влияет. Чем ты больше пользуешься, тем больше оно у тебя, так сказать, прокачивается. Фак. Что? А, дальше все. Until we meet again. Моя комната. Ты что в этой катке засела? Стесняется. И что нам с ней делать? Ну, может, обновилось какое-нибудь, нет? Я думаю, топить ее нафиг там. Есть говорящие статуи? Нет, пропавшая. Я ее телепортировать могу. Не надо. Прям не надо. Ну что ж, идем тогда драться. Может, воды, это электрошоку подкинуть? Слушай, подожди, а если воспользоваться ее треугольником от нее? У нее свой телетреугольник. Так, а мы на место туда же телепортнемся, где и были. Чё? И чё? Чё за дешевые спецэффекты? А, ну это с Жаном поговорить по поводу демонов, да? Говорит, тыквоголовый друг. Да, у нас уже это был диалог. Угу. А недоволен, теперь, наверное... Жан. Недоволен. Нет. Окей. Ну пошли на Рубилово, Рубиловское. Хардкор Хардкорович. Хардкоренко. Хардкорович. Опа, нежить какая-то. 5-го уровня. Да ёшкин кот, сразу что ли? Ну вон, видишь? Всего лишь 5-го. А, ну тогда я честь предоставляю тебе идти вперед, раз всего лишь 5-го. Воин, выбираю тебя с горящим топором. Пика-пика такой. Так, а кто тут опять поговорил? Да я, случайно. С ней все хотят всегда говорить. Шарная магичка. О, их там трое. Ага. За коровой спрятались. Жахни вот это... огнем, свитком огня жахни по яду. Есть? А яд молнию не проводит? Нет. Он не проводит, насколько я помню. Вот с огнем он вообще жестко ладит. Яд. Он взорвется, по идее, насколько я понимаю уже игру. У меня пирокинетики нету, а свитка, ну, а свитка на огонь. У меня чистый свиток огня. Вспышка есть? Нету? У меня есть. Один. Нет, у меня не осталось. К сожалению. Жди, это клятва сквернителя. Льдинка. Ага. Валера. Нету. Блин, ну ладно. Ну тогда бей.
Так, а что я уже сделал? Ничего вроде. Тем не менее, у меня как-то нет очков действия. Окей. Ничего как-то дорого стоило. Ну тогда я жахаю. Давай. О. Нормуль. Ну, не особо, но хоть массово. Начало положено, да. Да. Теперь они, правда, горят и могут, наверное, нас поджигать, но в теории. Нафиг идти, лучше, наверное, эту, магичку, да, защитить. Я магичку защищаю, короче. Я, если что, воина потом поближе тоже подведу. У меня горящий топор, я должен тащить. Понятно. Подойдем. Просто подойдем. И сейчас они начнут, по идее, свою веселую, увлекательную беседу с нами. Так, я ж видел, я мог. Во, чуть-чуть еще. Где ты там? Я же мог. Ну, о, дрожа, который мог, давай. Зато если кто подбежит, у нас есть две телепортации, можем откидывать их друг. Ты прям как-то это сурово. 9 хп это. Ну, одного, наверное, на тех двух дальних. Вот, они вдвоем встали. Вот это ближнего давай. Да, я вот так хочу. Прям. Зараза, он как-то далековато от них падает. Это нанесет им урон, нет вообще. Ну, пробуем, как есть. О, шикаридзе. Ух ты ж, как. Как? Ну и все тогда, ва-банк. Что-то воинам прыгать туда тараном. Твой таран, мой таран, и все, и нет их. Сейчас. Или в маг сначала, кто у тебя там? Ого! Ну, они все взрываются. Даже круче, да. Прыгай. Один, правда, там не умер, он просто валяется. Нормуль. Пускай отдыхает. Справились, слушай. Я его заколдую. Теплее ему сделаешь. Че-то ему по барабану как-то. Нормально, он чувствует, что он морально унижен. Это заклинание реально. Нагреть цель, наложить эффект потери силы воли. Так, золото, доспех и нож. Ну, такая себе нежить. Так, ты сохранялся? Нет, тут было сохранение. Вот сейчас. И перед этим было авто. Да, на всякий случай, чтобы это... Дохлый бык. В нем есть жила и звериная шкура. Так, я думаю, может быть, куда нам пойти-то? Я вижу тайный курган. Тупо вверх пойдем. Тайный курган хочешь? Ну давай тайный курган. Там вот это огненное что-то, нечто, где мы лазили, где там злые-злые противники. Неохота туда особо. Просто смотри, тайный курган, насколько я понимаю... Это еще не туда, то есть это еще не туда, это еще пройтись надо, а потом только выше. Вот и нежить, пятый уровень, вполне себе можно пофармить. Сколько их там? Ну, я вижу. Там бык, кабан еще. Бык, говорю. Думаю, мы можем. И даже два кабана я тут вижу. До уровня не так много. Ну, хорошо, давай попробуем. Кстати, вот это я еще не облутал. Так, где там? Тут. О, пшеница. О, я пирожки буду печь. Окей. Сейчас надо надрать. Ой. Так, полечись. Полечись. Поздно. Да, я тоже увидел, но это уже реально поздно. Ну что, я в бой. Так, ох, нифига, 4 кабана. Лучник. Неупокоенный жрец. Да. А да, где этот жрец? Фак. Где-то. Кабаны вон и тоже. Лучник, кабан, кабан. Я не знаю, стоит ли вот это вперед. Что-то как-то миру мир бежим. Ну, так, есть такая возможность, кстати. Отступать чуть-чуть назад, я так думаю. За камни их затаскивать, чтобы они на нас выходили. Потому что если мы на открытую местность выйдем, нам пипец явно. Вот сюда за камни, где кабан стоит? Или за какие камни? Назад, где твой тыквоголовый. А что, да? Назад за дерево влево. Да лучники достанут. Они будут выходить сюда, да, а как они достанут? Мне кажется, вот если, допустим, видишь, вот кабан и стоит где? За деревянный... Ближайший кабан, видишь, где стоит? Ага. Кусты от него левее. До них добежать еще надо.
Вот, за этими, получается, как сказать, за этими камнями, если сразу встать, то ни лучник, ни маг не достанут, и вот, всем пробуй, придется бежать. Пробуй. Я лучше, знаешь, как сделаю? Я тут лучше... дерево свое прилюбовал, мне за ним будет комфортно. Так, о, бить будем долго. Это... перевожу, нам пипец. Да, да, как-то так. Телепортейшн. Сейчас глянем, насколько это сурово. Ух ты ж. Ну, есть. Вполне сурово, ну как-то. Да. Не особо, но сурово. Суровость чувствуется, ну как-то. Так, ну воина тоже туда подвигай поближе тогда. Ну, вдвоем не в одиночку получать по харе. Я бегу. Хм. И что, может еще вывезем внезапно? Мне придется подходить. Я могу еще дождь сделать, можно какой-нибудь заморозить. Так. У тебя тоже есть возможность сделать дождь. Может дождь? Ну ладно, делаю дождь. Все равно ты вряд ли много урона нанесешь хоть чем-то. А под дождем они молнии больше урона получают же. Ну так же, как и мы, собственно говоря. Ну, надеюсь, у них нет молний. Ай! 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 О! Вот ты спрятался. Замедление. Ну, как обычно, все кости он что, там где-то ломает. Что он делает? Он благословил свою нежить. Все нормально. Да, я благословляю тебя на брак с кабаном. А я думал, мимо. Вообще в отключке. Ну да, я живу чуть-чуть. Ножки-то попереломал. Блин, а что-то реально дофига. Ладно бы их было штуки 3-4, но что-то их прям реально пачка. О, неплохо. Ну, урон неплохой заходит. Вот было бы их реально меньше, было ну, бы. Ну мы какого? Мы 4 уровня, так что. Неудивительно. Вот если бы мы 5 были, мы бы их точно победили. А вот 4 тут под вопросом. Спасибо. Да ты-то как? Я тут до пятницы, спасибо. А, ты кровь тут наразлил. Не, ну водичка-то натекла все равно под кустами. Ох ты. Ну, обидно, что мага не за. Не за... А не... сейчас я тут... И ты сам не особо подходи там близко. А что делать? Ладно, бей. Просто там лучник достанет. Кабаны подтянутся сейчас. Да? Что ну, это? Бей хоть кого-нибудь. В любом я случае. Думаю. Оглушение на тебе, да? Оу. Да. Красавчик. Да. Так, а я делаю вот так тогда. Так, ибо нефиг. Сейчас может... Он сейчас нас выведет из ступора, я думаю. Да, он разогрел своего, наверное, нет? Нет, смотри, своего не задело. У своего заморозка. Так, кабаняки бегут. Ой, кабанчик к нам несется. У тебя телепорт есть? Один, да. Так. Как бы тех кабанов. Так. Блин, а чем мне тогда стрелять? Кроме как... Да фигач уже чем есть тогда. Блин. Так, давай я этого кабана хотя бы шмякну. Раз он рядом. Так, оглушение, отлично. Тогда значит, можно телепортацию подождать еще с телепортацией. Да, там можно. Что-то другое, по идее, сделать. Вот. О, на меня не попал? Не-не-не. Тут вода высохла. Угу. Ну, после электричества вода высыхает. Блин, он лечит? Нет, в том-то и прикол. Это же нежить, и лечение ему дает, ну, хуже. Скелет полечил нежить, а от лечения нежить умирает. Вообще нежить. Тупые какие-то эти. Весь такой был скилл, я помню. Вот это не скилл, а такое умение. Вот можно было выбирать, когда создаешь себе персонажа. Так, стоп, а почему я опять под оглушением? А тебя скелет оглушил. Весело. Который с этим... О, на этих ребят оглушение не действует. Угу. С луком. Веселые кабаны. Кабанчики. Так, тогда пипец моей.
Так, а я закидываю кабанчика сюда. Свин. Ну, хоть что-то. Да-да. Зоофилия, блин, рулит. По мне? Что ты, кого ты там лечишь? Себя? Я думаю, мага надо важнее, наверное. Ну, ауч. По идее, да. Ауч. Что, они больно кусаются? Пока. Ауч. Ладно, я думаю, уже можно загружаться смело. Мы не вывезем такую толпу. Чтобы время не терять, и бежим в другую сторону. Думаешь? Думаю. Ну как ты их вывезешь? Сильно много. Было бы меньше раза в два. Ну смотри, один кабан почти дохлый. Скелет, жрец почти дохлый. Остальных то есть... зато куча ну, живых. Да, ну давай еще попробуй, хотя бы до одной смерти, там, до моей, до твоей. Так, вот, ну минус хорошо. Маг, так, Джан теперь. Джан теперь ходит. Пробуем, пробуем. Просто сейчас кабаны на тебя сагрятся и пипец твоему воину. Ауч. О, на этого подействовало. Ты да. Свою рубанул там. Да. Это плохо. Ну, у нее довольно много защиты, как ни крути. Ну да, но... мне бы тоже доспех. Мне нужен уровень, чтобы я доспех получше одел. Да, как-то все полегче. Так, у кого там меньше всего хп? Вот, бей вот этого ближнего к себе, кабана. Убей кабана ближнего. Ближнего своего. Да-да-да. Почти что. Бежать. Хорошая тактика. Но я еще подморозить могу, если что, у меня эта заморозка есть. Ну, кого-то с большим хп подзаморожу. Ну, я думаю, да, сейчас кого-то заморожу. Твоя, если что, она бы мою бы резнула, я бы похилился и внезапно там бы. Хотя ты, твоей бы еще мне бы самой лекнуться, да, самим. Блин, ну не, она не выдержит. Если ее сейчас будут бить, она не выдержит. Ну, убивай ближнего кабана вот этого к тебе, который. Есть. Хорошо, он да. Даже бекон выпал. Я могу заморозить. Морозь с большим хп у кого больше всего. Чтоб тебя кабаны не загрызли. Вот, шикарно. Так, ну а на себя я не смогу, наверное. Поможет ли это? Ну, попробуем. Так, и пятерочка. Ауч. Ну-ну, фу-фу, киржак. Не киржак, блин. Че, убил? Не-не-не, тихо-тихо, не-не-не, фу-фу-фу. А, еще, все, все, стой, все, хватит. Так, все, живо. О-о-о. Офигеть. Лечись. Есть. В стране уголь. Фигач. Фигач. Да, какого? Вот этого, что ближе ко мне. Фиксим одного. Угу. Потом этого лучника уже убьем. Дождик кончается, видишь ты. О, лучник бежит. Гад. Хорошо, пусть подходит. Так. Давай, фикси его тоже. Сейчас, может, вывезем. Главное быть внимательней. Ой, поросенка, не скули. Так, почти. Не подействовало, жаль. Надо было добить. Надо было. А мы вот так сейчас. Сейчас от двух урона гребешь. Не, от одного. Этот же замороженный. А он еще заморожен? Ну, не заморожен, а электричество. Воу. Блин, я себя отравил. Он ядовитый еще. Ну, они когда умирают, да. Блин.
Злые зомби. Я почти мертвый. Полечи меня как. Или. Да, телепортируй его на того, если сможешь. Я сейчас хочу это сделать. А то у меня хпшечки почти не осталось. Вполне себе. Этот-то сдох. Этот сдох. Хиляйся. Тут, я не знаю, Джана или магичку. Ой, или этого. Ладно, давай Джана. О, серьезный парень. Так, поросят активировались. Ну, ближнего к себе. Ну, логично, больше особо. Ну, да. Почти. Как крюкают-то. Плохо то, что моя мертвая валяется, там опыт не получает. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ты смотри, какая сволочь. Сейчас добьют моего Джана. Не, на нет. Тебя перекинулся, странно. Что очень странно, действительно. Я думал, да. Три раза дадут. Блин, лечись. Тебе поможет ли это? Ёшки-моталки. Убил. Все, тектоник, е. Не действует. Не, добьем, добьем. Кабана мы сможем, мы кабан. Сможем. Кабана, я думаю, своей добью. Не Кем? Добил. Не добил. Обида гложет меня. А я занят, я танцую. Ну, недолго. А, ты в очень хорошем состоянии. Слушай, обида. Сейчас офигительно затащим. Блин, мы так надо были близко. Кабана убить. Кабан два раза чуть-чуть. Жизнь боль. Мы почти это сделали. Мы были так близко. Кабаняка, не трогай меня. Нет, там покончить с собой. Ну-ка. Нифига, сколько у меня очков. Смотри, что я сделал. О боже, они тут. Тактическое по-моему, отступление. По моему следу. А, тут, тут есть, да тут есть убежать, возможность мог... убежать. Ну, тол... сапожок. Ну да, нет никакого толка, все подохли. В атаку! В глупую ненужную смерть. Привет. Ага, я Тринити активейт. Сейчас внезапно вы все друг друга поубиваете. Ну, это было близко. Черт. Хитрый план не удался. Жизнь боль. Отлично. Тогда пойдем к кургану в обход. Серьезно. Ну, чуть-чуть уровня не хватает. На да, видишь. Уровня, я думаю, мы как тузи-грелку бы. Что? Кто это говорит? А, ё-моё, это тут она молится. Так, куда нам? Тут опять дожди. Это там, где мы были, только мы не дошли просто до этого кургана, я так понимаю. А, вот, да, мы тут бесновались слегка. А, да, да. Чутка мы тут... Тут, по идее, не должна быть высокоуровневая сильная нежить. Ну, а зато есть медузник. Чё? Грибочки. А вижу. Забываю, что это как дьябло, когда-то надо альт зажимать. Еще нибудь. Звездная пыль. Ой, я сундук нашел. Маленький. Так, а где враги? Мне кажется, тем собакам. Тут кольцо. Старое медное кольцо и. Что? Зелье ухудшения ловкости? Кому нужно зелье ухудшения ловкости?
Это факт. Так, тайный курган, мы его прошли. А что в нем тайного? Там может где-то вход по это подземелье? Да я не вижу. Ладно, пошли дальше. Вот эти развалины, это и есть тайный курган? Ну да. Ну, не такой уж он и тайный. Так, сейчас я тут гляну, что вокруг. Погоди. Что, никакого... О, я нашел сундук, смотри, иди сюда. Горящий. Тройного дна, четверного подвоха. Восьмерного из-под выверта. Иди сюда. Только не вниз, вниз не спускайся, там враг. Сверху сундук, и он горит. А. И он, знаешь, на что похож? На тот сундук, который, помнишь, в Междумирье был. Вижу, но... Вот, походу, это один из четырех сундуков. Так, я думаю... А что, если кинуть на него дождь сейчас? Смотри, он 0 урона получает. Ну, ты да, где-то там? Думаю, дождь тушить. Давай, синхронные танцы. Воу. Воу. Ой, ой, ой. Чё, куда он полетел-то от нас? Я хожу, зип-зап-юпи. Что за глупый сундук? Стоять, сундучело. Прохунгат. Еле ковыляешь. Чё, догнать надо, что ли, или как? А вот он прибежал в свой курган. Я догнал. Да, не ты один. Так, телепортирую этого говна, да, потому что он нас убьет. И подальше причем. Все. Все, что ли? Крутой бой. Тут желтая краска для ткани. Магический огненный шар для пиромантии. У тебя нету, да, пиромантии? И нету. Неизвестная вещь. Я тебе сразу ее отправляю. Чтоб ты ее изучил. И все, собственно. Это что-то... и есть один, наверное, из четырех сундуков. Кстати, можно вернуться, может, нам что там скажут в этом. Междумирье. Кольчуга сопротивления воздуху. По-моему, не ахти какая. Угу. Я сюда пройдусь обратно, где этот сундук был. Может, тут что-то валяется вкусное. Да, ни о чем. Я ее, пожалуй, одену на свою. Исследование 300, что? А это я кольчугу одел своей этой. И 300 очков экспы дали? Ну, да. Фига себе. Прикольно. Слушай, да. Там еще карта какая-то, за картой куча мест вкусных. Бегу. Вау, да тут какие-то поселения, блин, тут еще исследовать, бегать и исследовать, и исследовать, и еще раз исследовать. Тут куча мест на самом деле. Интереснейших просто. Ну как бы туда попасть, я, честно говоря, без понятия. Думаю, попадем. Так, стопэ. Здесь у нас интереснейшие животные ждут. Кабаси? Ага. Опять? Мост. На мосту нет кабанов? Не знаю. О, само быстрое сохранение выскочило. Почему? А потому что кабаны. Потому что мы пилоты. Крылоцвет. Воу, а там их много, слушай. Пингвин гахну. О, пингвин говорит. Скелеты, вон кабаны, их там 10. Там пещера какая-то или что это? А, жди, можно было вон спуститься. Где? Давай спустимся. Где? Вот, перед мостом. Ну. Вот, иди за мной. Отсюда я вижу, нападать, что это думаю, даст. Мы сагрим кучу на... А, подожди, не то. Вот, видишь? Не-не-не. Пока... Сюда можно спуститься и их заагрить. Да, хорошо. А с этой стороны, может, что-то тоже есть? Да, они такие же, пятый уровень. С этой стороны можно кучу народу заагрить. Да, но я имею в виду, может, пройти их пока. Рано нам еще. Да, рано нам еще. Смотри, их тут тоже дофига. 3, 6. Ну да, да. Их там еще прилично. Что-то мне как-то это не вщепетляет, такая перспективка. Ну а здесь другие кабаны. Нет, тут мостик, смотри, какой-то. А вот тут что? А тут пройти нельзя. Тут где-то другие кабаны. Другие кабаны мы прошли вроде бы, нет? Да, мы прошли это место уже с другими кабанами.
мы вернулись на тропу войны. А, ну да, да. Хм. Так, слушай, стоп. Может действительно... Получается, чтобы в ту часть попасть, это надо вон там вот пробежаться, туда. А тут что у нас? Плюс а, тут мы... огненные. А может с огненными? Знаешь, что мы левую верхнюю часть не всю изучили? Я вот сейчас левую смотрю. Верхнюю. Левую верхнюю. А, ты имеешь в виду там, где пляж? Ну, там, где был маяк. Ну, только ниже. Да. Это идти через другие абсолютно ворота. А, там орки, насколько я помню. И они большие. Мы ж пробегали мимо вроде. Ну, может, издали, я уж не помню. О, сейчас... а скелетов мы общались со скелетами? С какими? Тут с ними можно пообщаться, насколько я понимаю. Нет, не общались. Я, ну, иди общайся. Два скелета, смотри. Вижу, вижу. Что они тут забыли? Блин. А, я слушаю. Пугаешь меня? Скелеты, которые боятся мертвых? Что-то как-то да. Есть. Я не уверен, что там есть. Что у скелетов там? Да. Как они различают, кто из них сюси-пусечка, а кто из них сюси-пусечек? Где он там чресло нашел? Бай! Бай-бай. Это меч. Это не талия, это нос, да? Так, сундук-то можно же? Повандалить. Можно. Did you hear that? Ты уж не против? Мы не против. Тут все равно две вещи, сейчас опознаю. Фигня. И щит, который только я таскаю, да? Но тоже фигня, по-моему. Ладно, отправим. А нет, не фигня. Вполне себе норм. Так, сохранение пошло. Ну слушай, тут враг 8 уровня. И причем одного можно, наверное, убить. Давай убьем одного. Так, я думаю, сколько уже по времени. Давай, давай его одного убьем и закончим. Ну давай. Так, уже 28 это минут какого? Примерно снимаем. А, ты горящего этого? Да, одного. 8 уровень? Да, а он один. По идее, тебе даже не должны нагреться. Ну давай попробуем. Ну, чуть-чуть. Я сначала, знаешь, что сделаю? Это огонь. Логично. Сделать вот это. Он как-то к нам нехорошим местом стоит. Вот. Пошли. Что? Ну. Ты достал Алиска мне в разговоры. О, он один. Круто. И он лучник. Что-то он не очень один. Не, он один. А вон еще два кто. Не, они, видишь, сами ходят. То есть они в наш бой не ввяжутся. А, ну хорошо. Так, у него есть слабость из-за дождя, прикольно. На 5 так, ходов. А заморозить его стоит, нет? Ну он огненный, ну попробуй. Наверное, он быстро из заморозки выйдет. Ну заморозился. Ну так броня у него крепче стала теперь. Да? Ну да, там на 60 что ли. Ну ладно. Он даст нам дислокацию поменять пока что. Таким образом. Да, броня крепка. Mm-hmm.
Так куда его? На бочку. Критический удар. И 33 всего нанес. Мощный. Стоп, я вообще не вижу. Как не видишь? А, очень просто. Ну вот он, возле тебя. О, вижу, но он тень. Если только навожу на ту клетку. Нормально. Фак. Человек невидимка? Типа того. Спасибо! Японский похуй! Спасибо! Спасибо, учитал! Да, почти убили. Нормально. А он оглох, нет? Ну да. Так, блин, я... Ну, и мы его так и убьем молниями. А, моя не была заморожена почему-то. Так, немного что осталось от лучника. Так, ну я думаю, дальше не стоит идти, наверное. Дальше пока не стоит, наверное, идти. Я для всякого случая сохранюсь. В общем, ролик-то почти уже и полчаса длится. Можем-то и на этом и подзакончить, наверное. Грепение. Давай. Тут есть враг еще какой-нибудь. Может, ну, тут подойти? Не можно, я не вижу врага. Ай, враг стоит, вон он. Он меня заметил. Да, я думаю, уже тогда чуть позже начнем с этими врагами, со всеми биться. Да-да-да. Немало. Да, тут их дофигища. В любом случае, огромнейшее всем спасибо, что посмотрели наши видеоролики. Если впервые на наших каналах, то не забываем подписываться, ставите лайки, это покажет ваш интерес. И пишите советы, комментарии и так далее и тому подобное. Прощайся. Я ухожу опять. Ладно, и всем всего хорошего. Пока-пока. Покедова.